Перед Ту-144 в соответствии с реалиями нового времени, без рукопожатий, но крепко отбивая кулак ректору, лучшие выпускники книг ТУКАИ получают свои дипломы. Среди них инженеры, математики, специалисты информационной безопасности и лазерных технологий. В общем, на любой вкус и цвет работодателей. Было нелегко вообще в целом учиться на моем направлении, а секрет мой это в том, что попробовать все и вот эти 4 года определиться и выбрать для себя тот вектор развития, который, собственно говоря, я выбрал. Секрет прост – выбрать цель, уверенно идти к ней, не бояться преодолевать любые трудности. Награждение проходит на фоне настоящего самолета. Нет, это не макет, и совсем скоро он готовится стать интерактивным музеем. Напомню, что проект поддержал сам лично Владимир Путин. И уже через несколько месяцев комплекс обещает открыться. Огромное количество согласований со всеми службами, ведомствами. Я не знаю, там от санэпиднадзора там до исторических там памятников и так далее. Я надеюсь, в ближайшем, несколько месяцев музей все равно мы построим и откроем. Награды и знаки отличия сегодня у 50 выпускников. Кто-то отличился в учебе, кто-то в спорте, в общественной деятельности. Большинство планируют продолжить обучение в магистратуре, хотя вопрос, куда идти после института, перед ними не стоит. Эти 4 года прошли очень быстро, и я буду продолжать свое обучение еще в КНИТУ УКАИ. Училась не только в плане своих знаний, получения своей специальности, а также просто морально, чтобы быть готова к тому, что ждет тебя будущее. Сегодня счастье? Конечно. И ни один выпускной в КАИ не проходит без легендарной кричалки. КАИ – это ведь у нас что? Об земле ответ правильный. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Күтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет фильтрлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын ТНВ.ру сайтында қорап болады.